На минувшей неделе в Брестском доме ветеранов состоялась традиционная акция «Благодари». Уже не первый год жители социального учреждения имеют возможность пополнить свои зимние продуктовые запасы, практически не выходя из дома. В этот раз производители, представители хозяйства «Молодая гвардия» привезли картофель, свеклу и морковь. Акция «Благодари» – очень нужная акция, потому что каждому человеку, мы все люди, на зиму заготавливаем овощи, картофель. Это важно. А старику заехать в город и довезти, привезти тяжело, поэтому мы и решили вот так вот организовать эту акцию. Они ее ждут, благодарят, они составляют списки, кому сколько. Тут процесс работы очень серьезный идет. Ажиотаж около машины легко объясним. Доступные цены, а в рамках благотворительной акции плодоовощную продукцию реализовывали по себестоимости, плюс возможность доставки в квартиру. В мероприятии приняли участие представители Белорусского республиканского союза молодежи. Они помогли жителям отнести домой купленные овощи. Как это все делается сейчас, это все совершенно верно, правильно, справедливо. Мы очень довольны от души. От всего сердца всем благодарны. К слову, это не единственный плодоовощной рейд, запланированный в рамках акции. Через несколько недель машина приедет вновь. К ассортиментному перечню производители обещают добавить капусту. Привезут и картофель, который пользуется наибольшей популярностью. А значит, без овощных запасов на зиму жители дома ветеранов точно не останутся. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.